Ставку на Турцию делает Евросоюз, пытаясь сдержать все возрастающие потоки беженцев с Ближнего Востока. На их прием и размещение Анкаре могут выделить до 3 миллиардов евро. Такой план утвержден на саммите в Брюсселе. Эксперты уже говорят о том, что ЕС таким образом от проблемы пытается попросту откупиться. А для Турции это настоящий звездный час, ведь ей уже намекнули на дополнительные бонусы. Если дело пойдет успешно, туркам могут ускорить процесс по отмене виз и вступлению в Евросоюз. Но все эти меры решают только половину проблемы. И еще 2 с лишним миллиарда страны Старого Света должны собрать на то, чтобы остановить миграционную волну из Африки. Кроме того, участники саммита утвердили строительство центров по сортировке беженцев. Тех, кому откажут в убежище, из Европы будут выдворять.